Запрещенные предметы есть? Нет. Оружие, наркотики? Оружие, нож. Амурчанин с применением насилия под предлогом несуществующего долга требовал у 18-летнего знакомого 40 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии задержали подозреваемого при передаче ему денежных средств. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до 7 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По имеющейся у полицейских информации, это не единственное преступление, совершенное фигурантом. Расследование уголовного дела продолжается.